Я вот думаю, может сразу же их выгнать. Здорово, Бэс. Я тоже думаю, что можно их сразу выгнать. Ребят, у кого воняют носки? Я просто не могу понять. Вам вообще, что ли, море по колено, блядь? Космодром, у тебя опять. Будь здоров, да вонище аж глаза уже режет. Ну, сколько можно-то? Одно я и то же. Я чихала. Чихнула. Я не понимаю, ну стоя, постойте, мой что вы там опять? Что вы, космодром? Что? Где подруга твоя? Ну почему вы не можете встать? Встаньте вы с людьми, поздоровайтесь. Что вы ходите? Всем привет. Как бомжи. Меня зовут Владимир Метлицкий. Ага. УБС, говорит, тебя сразу выгонит. А что ты ржал? Он? А? Точно? Да. Ну точно он. Сразу тебя выгонит. И все. Нет, я хотел бы, чтобы ему сказать, почему... Я вообще ничего не понял, во-первых. Ага. И ага. Я в шоке был от того, что такая ситуация произошла. Как ага. Почему я кого-то начал... Вы меня так напоили, что пипец, сколько я там, не знаю... Можно не так не напаивать? Говоришь ли он раздельно? Можно так не напаивать, и ОБС, если ты здесь, я хотел бы, да, извиниться, если я тебя реально как-то задел там. Не знаю, как я тебя задел. Засунь себе два камня в рот и говори, блядь, сейчас скороговорку. ОБС, я вообще не помню, что было. И я в шоке, что, оказывается, я тебя как-то задел, ты же всегда поддерживаешь нас. И Пашу. Он тебя вообще знать не знает, куда он тебя поддерживает. Ну, точнее, его поддерживает. Ты либо, блядь, говори от души, либо вообще молчи. Короче, ты нас под... Кого вас-то, блядь? Ну, я не знаю, как... Почему я на тебя вообще начал что-то гнать, я вообще не понимаю. То есть я тебя не знаю даже толком. Как я мог тебя гнать, если я тебя даже не знаю? А почему ты... Сейчас на донаты, ребята, ответим. Сейчас там вопросов по Авану накопилось бешеное количество. Так. Поэтому, извините, как занял. Не надо мне напаивать. Просьба не напаивать меня больше. Да ты чё? Всем привет. О! Какие люди без некоторых волос? Ты чё, Боря, лысеешь? Я не лысею, я недавно подстригся. Где опять, Алина? Состав не тот, всем привет. Хотя нет, привет по шее космосу. Анорексичка и солевая дождечка, фу. Так, сейчас я тебе отвечу, сейчас, секунду. Паша, тема, Боря. Да. Чтобы Борис задержался на стримах, надо ему девушку найти. В чате предлагали эльфийку. По-моему, это очень хороший вариант. Борис, кайфас будешь? Если разблокируешь всех в своем ТГ, то скину на 32 оригинальных стрипса. Паша, прикинь. Позови Жигера бесплатно, заебал. Бесплатно? Я не знаю, кто такой Лаки Папан и как его разблокировать в ТГ. Ну а стрипсы будешь 32, прикинь? Буду. Тема? Тема. С каким соусом? С чеснотиным. А еще, если на второй еще соус задонатит, какой взял? Кетчуп или сырный? А терияки? Терияки, наверное, будет острым слишком. По поводу эльфийки. Эльфийки написал, не отвечает. Потом удалил, думаю, все, ладно, кого-нибудь другого надо искать. А то сейчас все припрутся одновременно. Эльфийка говорит, я заболела. Я говорю, да что это не судьба. По так поводу, я тоже заболел, между прочим, больной пришел. Где Буренка что-то тоже, говорит, этот, ну, что-то ей этот, говорит, пропущу. Таня с Лешей, говорят, мы в Кирове, блядь. Я думаю, ёпта, это что, блядь, это что вообще происходит? Я думаю, это ошалеть. Все стали халатно относиться. Халатно просто. Хочу пропущу, хочу приду. Ну, я причем, да, все говорили, что придут в пятницу, приеду, да. А в итоге пятница получается Космос, как вторник. Сейчас мы с тобой поговорим насчет твоей зарплаты. Мне сказали, что ее уже получил, блядь. Сейчас. А я приехал, несмотря на то, что не получил сейчас зарплату. Сейчас, Вова, это какое-то пойдет. Нормальненько. Будь ты проклята, Анжелика Шалава. Кинула меня, сама деньги брала у меня на наркоту, пока у меня были деньги. А потом со своим пидором несчастным юристом ебалась, обещала быть моей девочкой с большего. Будь проклят тот день, когда я с тобой первый раз потрахался. Иди отсоси член Анжелы у Бориса. Задонать это я пойдет, с ним только, да? Я с тобой только что разговаривала, так что иди-ка ты в жопу. Анжеличка, ну с Борисом у тебя, если что, может, что? Да, что-то получится. А что, пиво может быть теперь, да? В плане пива, это лимонад. Ребят. Короче, я с тобой только что разговаривала, все нормально, так что не пизди, сиди, понятно тебе? Анжеличка, ну это же не помешает тебе построить новую пару с Борисиком, правильно? Нет, я хочу с рыжей. Что? Немного ли ты хочешь? Боже, немного ли ты хочешь? В принципе, если рыжая не против, то... А что тебе понравилось в рыжей? Подожди, Борис. Ну она как-то моложе Анжелики. А нравится молоденький, забыл. Ну, а так вот на нее чисто посмотришь, она похожа на ученицу, да, класса восьмого? Похожа. Ну, реально. Я боль в шоке просто.
Да, вот я тоже заметила, кстати. Боря, у тебя что-то фриди, что ли? Да. Да молоденькие нравятся мужчины. Это правильно. Ты в открытую, ты первый раз ее видишь, сразу говоришь, я хочу... Ты первый раз видишь. Дорогие друзья, лайки продавите, потому что... Очередной, что ли? Не, на самом деле, первый раз видишь. Да, я помню, что на прошлом стриме было, не надо. А что было? А ничего не было. Он не помнит. Я вообще не помню. ОБС, я вообще ничего не помню. С рулю из Витебска привет передай. На землю спустилась богиня. Воплощение одного лишь добра, казалось, ее сердце сгинет. Во тьме людского зла. Но лишь чудом выжила она. На земле не стало больше зла. Как вам мой стих? Кстати, завтра пойду регистрировать авторские права и издавать сборник стихов. Издатель говорит, что я заработаю кучу бабок. Талантливый куплю Артур. Крутую тачку, как у мозга. Где-то я его слышу. Талантливый. Это вообще-то мой стих, а не Артура. Хороший. Я говорю, где-то я Алина его слышу. Просто... Да, передай. С роли из Витебска привет. Между прочим, стихи, которые зачитал Артур, это мои. И они опубликованы на стихи.ру. У меня есть на них авторские права. Ну, скажи по памяти, если твои. Ты ж, если бы сам написал, ты бы запомнил бы? Я запомнил, ну, конечно. Давай. Ну, давай. С небес спустилась богиня, воплощение одного лишь добра. Казалось, ее сердце сгинет во тьме людского зла. Но лишь чудом выжила она, и роза под окном зимой расцвела. Везде наступила навсегда весна. Вообще прекрасно. Точно твои? Вообще... Да, на стихиру опубликованы. У меня есть на них авторские рыжий права. Ты их написал? Нет, кому написал? Они посвящены девушке, которой уже нет в живых, к сожалению. Господи. Да, в живых. Почему нет в живых? А, кстати, рыжая с парнем рассталась. Я не расставалась. Почему? А ты что? А что ты сказала перед стримом? Я просто злая на него. А. Просто злая? А на Бориса не злая, правильно? Нет. В смысле, ну что? Если мы поругались, это не значит, что мы расстались. Вот почему? Ну как она может быть на меня злая, если я ее первый раз вижу? Вот видно, как я могу быть на него злая. Скажи честно, отлезал бы пизденку рыжей, если бы она согласилась? Я не против. Было бы удивительно, если бы я сказал. Борис, скажи честно, отлизал бы пизденку рыжей, если бы она согласилась? Этот вопрос уже был, ну, я да. Согласен. Ну, согласен, реально. А она, не знаю. А у тебя было? Было бы удивительно, если бы я сказал. А, ну, у нее, представляешь, у нее даже такого не было. А у тебя было? Вот. И у меня не было. Но можно попробовать. А, не было, да? Нет, подожди, ты же вроде рассказывал, что ты лизал. Так значит, ты детский? Нет. Нет, я помню, другое, на каком-то я другое стриме ты говорил, что да, ты что, лизал, понятно, короче, получается, но тебе не сосали. Вот, говорил, да. Нет, ты такого не говорил. Говорил точно, 100%. Я еще помню, была в футболке. Не помню такого. В красной, с мордашкой. Было такое, было. Горбаша, была есть вариант, чтобы ты с Борисом это делал все У меня исправил. Такой футболки даже нет. Да у меня и так хватает. Было с девушкой? Нет, у него с девушкой? Нет, у него был секс. Ну, ты же не девственник, правильно? Я насколько был. Помню. Был, но не оральный. Но обычный был, да? Да. Обычный был. По переписке. Но рыжая, она что говорит? Она говорит, что не будет им никогда заниматься. Кто? Рыжая. Ну, а что мы опять про сосание поднимаем тему? Это еще можно посмотреть. Это можно посмотреть. Поднимаем об этом тему. Или ты думаешь, блефует Борис? Не знаю. Давайте тему сменим. Какую тему хочешь обсудить, Володя? Нет, всякие, ну, спорт. Оксана, сколько будет стоить твой поцелуй с Борисом? Нисколько. Почему? Что так сразу? Вован, сколько твой с Анжеликой, Вован? Вован, сколько твой с Анжеликой? Тоже нисколько. Да как нисколько? Ну, зачем мне с Оксаной, если хочу? Ну, если что, как тогда, помните? Зачем мне с Оксаной, если хочу? Так же. Ну, Оксана, да, ну, Оксана тоже ничего, ну, вы сами, да, смотреть. Смотрите там, да, как бы это. Борис, Оксана вроде ничего смотрит. Борис! Смотри, какие они страстные. Борис! Страстные. Борис, да Борис! До меня дошла тут Борис. Одна информация, так что Оксана мне тоже точно не подходит. Какая дошла? Говори. Информация дошла? Ну. Информация? Ну. Да мне кто-то сказал, что Оксана бесплодная. Чего у сказали? Нее вообще-то Чего трое сказали? Детей. Нет, чего сказали? У меня трое. Трое детей. Это же копейки. Это кто-то сказал мне. Это не мои слова. Кто же тебе такое рассказывает, ага? У меня трое детей. Ага. Мне вообще сказали, что у нее трубы зашиты. Какой кошмар.
Это компьютер. Ну это я, да, это не буду. Ну у меня трое детей. А, так у тебя реально трубы зашиты? Да? Реально, Оксана, это ему правду сказали? Ну, Паш, это после третьего ребенка. А ты не знал, Паш, не знал. А что значит трубы зашили? Она не может родить. Ну, потом все, как бы... А, ты сама сделала себе операцию или просто после третьего уже все? Ну, после третьего ребенка. А, запрет сделала. Я еще космосе не знала. Она просто меня не знала, поэтому... Ну, и получается, космос прям в тебя может или что пулять? Да. Да, кстати. Получается, могу не предохраняться? Да. А ты предохраняешься? Я вам сейчас сэкономил как раз на презервативах, зарплату вашу сэкономил. Все, можете не благодарить. Что делаешь, Борис? Блять, ты в подтяжках и на велике, реально? Да. И в рубашке. Ты как это, как Карлсон я и стал, ё-моё. Хрен откроешь, только зубами. Космос, деньги очень нужны. Космос, тебе деньги нужны? Блять, сложный вопрос. На самом деле, они нужны мне, чем космос. Потому что в прошлый раз, я точно, мне несколько человек написали, что отправили ему на билет, он попрошайничал до самого вечера. Да ладно. И сейчас мне написали, что бабки у тебя есть, ты опять настрелял бабок, блядь. Ничего. Пусть космос на попутках едет в Питер. Билет мне никто не скинул. Ну у тебя же бабки сегодня прилично было, что ты пиздишь? У меня есть на еду, там на пиво есть. На еду и на пиво? Короче, все у космоса есть, он всех наебывает, просит бабки скинуть, блядь. Хитрожопый. Борис, это теневой. Мы с тобой ролики летом снимали, если помнишь. Объясни, пожалуйста. Ты мне говорил сам, что с Пашей не будешь иметь дел и хочешь, чтобы он ролики удалил, потому что из-за них тебя не берут на работу учителем. И вот ты снова на стриме у Паши. Как это можешь объяснить? Борис, как ты это можешь объяснить? Я объясняю это тем, что ролики уже удалены. Так. И, в принципе, компромата уже нету на меня. И, в принципе, можно... Компромата все нет. Но могу опять восстановить. Не надо. Здорово. Он сказал, что у его девушки умерли, которая писала стихи. Почему умерли, так не ответил? Ну, это было, может, 100 лет назад. Ты че? А. Почему твоя девушка умерла, которую ты стихи писал? Долгая история. Борис, сколько времени ты потерял денег с этими школами? Сколько девушек пропустил? Космос, ебучий шизоид. Бомжара вонючая. Опять пиздит, что новые носки купил. Пиздобол. Притащил свою старуху зашитую, хуево говорящую. И кроссовки сегодня новые. Так, Радзинский, ты не Радзинский. Ну а в целом, если по существу. А что по существу? Вопрос был там? Какой? Кому вопрос был? Или не был? Ну что вы тупите-то, ё-моё, как обосрались, сидите, елки-палки. Видишь, вопроса не было, значит. Не было. А вот это притащил свою старуху зашитую, хуёво говорящую. Это про кого он, Борис? Про космоса. Космос старуха? Нет. А кто? Ну он же старуху притащил зашитую. Паш. Ну да, вот сколько ты ей дашь примерно. Не знаю. Борис, скажи честно, залил бы спермой все дырочки рыжей, если бы она согласилась? Конечно. Если бы она согласилась, конечно, бы сделала это. Прямо сейчас, если бы надо было. Можно и сейчас. Что, запропал это просто? А? Оксан, ты залезал бы дырки все? Эй, Паша, перестань. Барян. Что такое? Что такое? Что такое? Барян. Что, у нас хилы? А? Если бы вот это тебе Оксанке предложили, согласился? Перестань, Паша. Нет, нет. Нет? Анжелички. Нет. Нет, только рыжий? Только рыжий. А почему ты рыжую выделил сразу? Потому что рыжая здесь самая симпатичная. А-а-а. Ты сразу выделяешь любой компании самую симпатичную, да? Ну, то есть, если бы, получается, вот тебе сказали, какие качествами ты еще хочешь обладать, какие бы ты качества выбрал? Не знаю, но мне вообще-то хочется быть пикапером. Что такое? Пикапером? Что такое? Девушек соблазнять. А-а-а. Так а может быть тебе просто качество надо, чтобы у тебя много бабок было, тогда их даже соблазнять не придется, опросы. И это тоже. То есть, подожди, а есть же вроде литература да? есть да. какая-то, где можно научиться этому. То есть ты не пробовал? Ну, читать, я пробовал это? Учиться пикапу. Ну и как получалось ничего, так? Ничего, нет, ни хрена. Ничего хорошего не вышло из этого.
Или это все-таки надо, чтобы это дано было природы? Там, видимо, были плохие учителя по пикапу. А, ну, а может быть, да. Ты даже на курсы ходил? Да. О, дала в Калуге? Боря топчик, Боря крутой, Боря топчик, Боря... Бывало такое, что ученица какая-то нравилась тебе? Да. Да? Именно. А какой класс, какой класс, какой класс? Какой из класс какого класса был? Была ученица? Вот, которые нравились, из каких да, классов? Да, из каких классов, Борис? Счет больше? Нет, много. Борис, сколько девчонкам этим было, из каких вообще, они какой классов вообще, какой класс тебе нравится, девочки? Ну, ну вот нравились, какие, вспомни. Седьмой, там, восьмой, да. Вспомни. Там, беленькая да, вот тебе нравилась, там, беленькая девятый, была. Девятый, восьмой, седьмой, да. Вот такие больше, да, которые уже такие... Седьмой? А самый младшенький, а сколько это лет седьмой, седьмой, да? Это 12 лет? 13, 14, 14. Да где, блядь, я переехал, я переехал, получается, в 9 классе, мне 14 было, а ты говоришь, седьмой, ты 14, 12 нет, лет? Нет, бывают это те, которые в 5 лет в школу идут. Я думаю, даже Борису... Борис, ну ты вообще дебил. Еще не понял, что тебя в чем тут разоблачили, да? Привет, Борис. Это Павел рассылал видео по школам инфа 100%. Космос специально приехал. Они тебя напоят водочкой, и Космос будет накручивать тебе новую резьбу в заднем проходе. Будут все это снимать и тебя шантажировать. Борис, Борис, не дай себя отпетушить таганского чмони. Сжимай очко. Мне уже рассказали, кто такая Татьяна, которая рассылала видео по школам. И кто это? И кто это, кстати? Это Буратино. Да ладно! Серьезно? Да-да-да. Бори, да все я, свои, я... никто тебе ничего не скажет. Хватай рыжую за жопу, если она там есть, конечно. Ее только конечно из-за тебя есть пригласили, для тебя. Не стесняйся, брат. Это мой подарочек, Борис. Лучший мой подарочек, это ты. Привет. Я состою в тайной интим-переписке в Телеграме с Борисом. Хочу предостеречь тебя, Павел. Борис, прости, но я должен рассказать Павлу. В общем, Павел, Борис хочет вам за все отомстить и за Шенгент, и за испорченную жизнь. Он наглотался пургеном и во время стрима хочет снять штаны и насрать на тебя. Берегись. Реально, Боря? Я никого пургена не наглотался. Но... отомстить хочу, да. За то, что Паша за мой счет отдыхал на Шенгене, да. Что значит на Шенгене? Почему за твой счет? В шенгенских странах. А почему за твой счет? Ну, потому что я же главной звездой был. Да как, что ты, блядь, господи, ты еще не понял, что ты ушел и только дела вверх поперли, Борис. Очень интересно. Борис, а какая у вас фамилия? Как твоя фамилия, Борис? Это не Мизулина. А фамилия твоя какая? А про пальчик в попку от рыжей ты бы согласился? Зачем? Не, ну, чтобы она у меня сосала, я не против. Осуждаем, давайте. А зачем? А пальчик в попку зачем? Не понимаю. Это обязательное условие. Тему, да, давайте сменим. Да какую тему? Вы стоите, молчите, два аборигена, ё-моё. Какую тему вы все меняете, блядь? Вы можете начать какую-нибудь тему, Борис, что-нибудь рассказать? А в чем? Потому что ничего не произошло. Ну, вообще-то, как бы, народ русы, река Рось, отсюда название России. Здорово, бездельники. Давно Борю не видел. Чем сейчас занимаешься, Боря? Также в доставке работаешь и бывший свою 12-сантиметровую дубину показываешь? Боря, вопрос к тебе. Ты случайно половину челки не сбрил, или это сейчас в Калуге так модно? Ну, во-первых, дубина у меня не 12-сантиметровая, а 16-сантиметровая. Подросла. Еще растет у Бориса. Это первое. Так. Еще не все плохо. А что там еще было? М? Что там еще было? В доставке работаешь еще? Работаю. И... ты случайно половину челки не сбрил? Или это в Калуге сейчас так модно, спрашивают? Ну, я сказал парикмахеру, да, чтобы мне вас челку подстригли. А он что? Ничего, подстригли меня машинкой. Объясни, что ты понимаешь, что перед тобой сидит педофил. Я не знаю, я уже не видела. Не доказано еще то, что он педофил. Борис, смотри, вот эта девчонка эльфийка, Борис. А что делать с педофилами? Их на зоне. Что? Красивая девчонка или красивая. Нет?
родителями назови. Ну вот, с ней тебе, мне кажется, вообще, да. Ее тем более нету пока, Борис, ты можешь другими пока тусоваться. А так вообще, мне кажется, для тебя вообще идеально было бы. Ну, потусоваться. Ну, ты можешь встать, тебя не видно, лицо твое, Борян. Говорю, готов я с рыжей потусоваться. А потусоваться это как? Ну, в том числе и сексом заняться. Угу. А еще что готов? Держи. Нескромный. Ну, а покажи вот так вот чисто на диване, как бы ты долбил ее. Ну-ка. Нормально? Борис. Борис, ну. Ну! Как-нибудь бы долбил. Ну, рыжую надо заинтересовать, она что же, извини меня, у нее там поклонников до хера, Боря. Сейчас я время. У нее же парень есть, если что. Засеку. Есть парень? А как мы можем обсуждать эти вещи? На радость, точно веду. Что я под солнцем для тебя. Что это такое? Лутик, кстати, она сама лезет. Ну, не надо у нее отбивать желание, она, то есть, сама Бориса атакует, пусть атакует. У рыжи отбила сама. Тише, садись, Анжеличка. Засем, Мари, давай, я как тупой учитель, дайте Оскар, ты богиня. Хочет главную роль в картине. Я как тупой учитель, но я не тупой учитель, дайте. Ну мы к тебе ее, она ж типа не воняет, ты же говоришь, что она самая чистенькая, сегодня вся хуёвенькая. Еще раз ты руку свою положишь, на меня тебя вшатают, ты меня понял? Вот-вот. А ты вроде еще и трезвый, малыш. Рыжая, я правильно понимаю, что Борис тебя за жопу лапнул? Он за талию. Это пока. Так, Борис, ответь на... Что с тобой? Иисус не был укром. Чего? Иисус не был укром. Борис. Ни тех, ни других, ни третьих, ни десятых. Борис, если рыжая предложит тебе поучаствовать в тройничке с ней, ее парнем Гамазом, согласишься ли ты? И с какой стороны ты себя видишь в этом тройничке? Спереди рыжий или с ее зада? Если бы рыжий и ее парень предложили бы тебе поучаствовать в тройничке, ты бы согласился? Если мне никто в задницу не будет встыкать, то я согласен. Молодец! А в ротик? А где бы ты хотел находиться в этом тройничке? Сзади рыжий или спереди? Вот, допустим, смотри. Ну, ты бы хотел вообще тройничок, где бы ты хотел, чтобы было там, ну, две девочки, один мужчина, ну, то есть ты, либо двое мужчин, одна... Борян, три позы, в которых хотел бы прижучить рыжую. Ну, пусть она будет наездницей. Так. Так. По собачке тоже можно. Так. Попку ей. Так. Ну, осуждаем. Я не против, чтобы она у меня отсосала. Осуждаем. Рыжа, ты как вообще, что молчишь, что ты на это все вот слушаешь? Какой-то мужик... Я лютый позор ловлю. Сидит какой-то мужик, короче, этот, рассказывает. Ну, а если она такая красивая, то почему бы нет? Да я вижу. Не, ну в основном все пишут, что она страшненькая, Борис. Я бы не сказал. Ну из 10 сколько ей поставишь? Из 10? Да из 10 я поставлю все 10. А, то есть она идеал красоты, правильно? А? Ну да. Рыжая, ну приятно, хоть скажи спасибо человеку, ничего я себе. Я хотела сказать спасибо. Ошалей. Дай ей по щекам ей дай, прям в прямом смысле. Полей ее водой, ё-моё. Дай. Блядь, ебанутая, блядь. Во, видишь, сразу оказывается нормально. Все хорошо, ё-моё. Давай поработаем, горбарчик, не надо мычать. Иди нахуй, пошли. Во, псориазик иди, правильно, пошел, погон тебе псориазик. Так, ребят, нас сейчас видно, Анжелика, либо уходишь за кадр, все, до свидания, да, либо за это. Кадр. Что? Ну, за кадр можно? Все, иди за кадр. Спасибо.
Это пиздец, это, блядь, это да, охуительные стримы по 10 минут, блядь. Спасибо, спасибо. Давай. Что за видео, где Оксана получается это самое на камеру? Что это такое? Да это фейк, который даже я не смотрю, потому что я не знаю, что такое точно не может быть. Я специально удаляю. Ребята, а то, что видео, где Оксана на камеру кое-что делает, это бред или реально? Я даже не смотрю, потому что я знаю, что она так не сделает. Такие ужасы я не смотрю. Такой ужас просто, вообще, как можно ее сравнить с этой хуйной. Она даже в дискотеке не ходит там, спецэффект нигде не танцевал никогда. Вообще против этого. Паша, где Буренка? Она вообще будет на стримах? Или не ждать? Ребят, да я откуда знаю? Ну, спрашиваю, пойдешь? Нет, ну, нет, все. Я откуда знаю, будет человек, что у человека в голове? Я вообще без понятия. Может быть и не будет, может быть будет. Ну, вы как, блядь? Просто как вот, пойдешь на стрим? Нет, не пойду. А будешь ли ты еще на стримах? Тебя ждать, не ждать. Ну, вот так это должно происходить или как? Это как-то странно. Подожди, спасибо. Видео есть, где ты мастурбируешь, Оксана? Это фейк, блядь. Я даже не смотрел его. Есть это видео? Не может такого быть просто. Я такого не делала даже. Реально, скиньте в чат, ну-ка. Реально есть такое видео? Ебанулись. Так, говори честно, если есть, если ты признаешься, я его буду удалять. Если оно реально есть, и ты не признаешься, я его выставлю, блядь, на всеобщее обозрение. Говори, есть или нет? Я не видела. Это фейк это все. Так, подебилов, не косите, есть такое видео? Фейк, стоять, просто, всем стоять. Мозг. Точно фейк, Оксана? Не может, конечно фейк. Она сегодня, да, сейчас мне в чат кинут. Пизда. Она серьезно читает просто. Такого не может быть. Блядь. Я сегодня, блядь, взбешен. Сейчас что, я ебанутая, его, блядь, в YouTube, я его в YouTube выложу. Паша, если это Эльфикино видео, на самом деле? Что, я ебанутая такое делать? И говорят, то, что это Оксана. Смысл, блядь, я выложу твое видео в YouTube и в конце вставлю Борис Самбуру. Вот так сделаю. И напишу, типа, учитель такой-то школы. Просто... Ребят, реально есть, да, такое видео? Я сейчас нигде не работаю учителем. Просто столько долбанутых хейтеров, которые себе эту группу не вставляют, это пиздец. Оксана, серьезный человек. Семья. Смотри, что Таня в чате пишет. Это реально она вроде, слышишь? Рыжая, ты тупая овца и сплетница, еще раз про меня что-то скажешь, получишь. Ты с кем вообще собираешься бороться, малолетка? Я к тебе была от всей души дура малолетняя. Да, человек ко мне был от всей души, когда меня на стримах во вторник не было, брала и засирала меня. А ты про нее что-то этом... говорила, нет? Нет, конечно. Сейчас, ты, не, сейчас ты что сказал про нее? Сейчас я ничего про нее не говорила. У нас разговор даже вообще насчет Тани не имел. Большое спасибо. Просто человек настолько, значит, пропил свои мозги, что он вообще, в принципе, не понимает, что говорит. То есть ты хочешь сказать, что Таня это про петуха, да? Да. Таня про петуха? Паш, ты громче типа сделал? Не-не-не. Да. Ну, если человек просто так начинает на меня гнать, начинает врать в наглую перед людьми, что там моя мама говорила Алексею, что она там твердила ему, то это уже ни в какие ворота не идет. Так, вообще, получается, просто... Космос, тебе надо выпить 200? Космос, когда богиню ты обратно отправишь на Витебский Олимп? Ты такие вопросы даже не могу отвечать. Это говори просто погромче. Ребята, ты не микрофон сегодня. Короче, тихо, он шепчет. Просто еле шепчет. Как можно любовь отправить куда-то? Она сама решит, когда ехать. Это же любовь. Пехотинец, все 10 песен в прошлый раз оттарабанили, причем так как они были на выбор, достаточно нормально это прошло. Ты вообще молодец, захочешь молодец, поедешь, если надо Крупков. Будет. Захочешь, не вообще. Поедешь. Что, это не решать? Барян, как можно что работать реально с этими людьми, Барян? Что с ними делать? Я понял, ее задели фейковым видео, которое ты фейковый. Что с ними делать? Фейковое видео или нет? Отвечай, быстро! Потому что это задолбает с этим видео, которое... А что ты дрочила на камеру? Зачем? Что, ты с ума сошла? Что у тебя? Или тебе сказали, что возьмут тебя моделью в Штаты? Как тебя приманили? Не, ну просто зачем подъел человека вот этой хуйней? Фейковый, да? Точно фейковый. Блядь, сейчас пришлют. Она зеленый человек, блядь. Вы тупые, что ли? Конечно, пришлют, блядь. Да пускай они присылают. Они на что присылают? Я отошлю на экспертизу. А, у тебя экспертиза. Ну, конечно. Эксперт, знаешь кто? Эльфийка, блядь. Кто? Эльфийка, скажу, это реально видео, дрочильни или, блядь...
это. Оксана, переживай, никто сам не поймет, что ты нормальный человек. Что ты, блядь? Они просто тебя пытаются подъебать. Борис, вопрос. Борис, иди в кадр, да. Не уходи из кадра. Здесь. А ты их так... Боря залил бы спермой дырочки рыжей, если бы она согласилась. А дал бы ей в ротик в другой комнате, если она бы захотела. И полизал бы ей щавель. Ну, конечно. Я бы все это сделал, если бы она была бы не против. Хватит, пожалуйста. А ты против рыжей или конечно, нет? Конечно, против. Алло. Ей приятно, Борис. Борис, а как бы ты покажи бы это делал бы языком? Покажи как бы. Ну, примерно, как бы, чисто. Ну, а как я могу это показать? Ну, так никогда... прям, ну, я, давай, я никогда делал. Этого не делал. Ну, а вот так, чисто, вот, ну, в мыслях у тебя, как бы ты это делал? Ну-ка. Ну, как-нибудь его делал. Ну, покажи. Ну? Ну! Я знаю. Да, блядь, сука. Четыре объекта недвижимости, пятая уснула, Это рыжая самая активная, блядь. Да это пиздец, это дожили. Рыжая самая активная. А это... еще активная когда-то не была или что? Куда ты пошла опять? Куда ты опять пошла? Можно попозже. Куда ты опять пошла? Да ёпара сетета. Вы что, издеваетесь, что ли? Вам заплатили с космосом 20 рублей, чтобы вы хернёй занимались или что? На пиво скинули быстро или что? Быстро. Космос, вам скинули 20 рублей, чтобы вы меня бесили, да, или что? Варян, покажи, как бы ты делал это языком, и мы можем двигаться дальше. Я уже не могу, да что-нибудь. А я не знаю, что показывать. Хорошо, рыжая согласилась. Что ты будешь делать? Она говорит, все, да, я согласна. Ты говоришь, все, я тоже согласен. Как? Ну все, легла она, раздвинула ноги. Что ты делаешь? Ну как-нибудь, Варян. Ну покажи! Я не умею этого делать. Как-нибудь делать. Ну в фильмах ты видел, нет? Сексуально прям не могу. В фильмах как это делают, Борис? Я потекла. Ну реально, с чувством покажи. Нормально, с чувством. Ну не знаю. Ну ты ж порнуху говоришь, каждый день смотришь. Еще ни разу не видел, как пизду лижут или что? Ой, блин, это тема так видит. Борис, ну так и покажи, что ты там видел в порнухе. Борис. Осуждаю, не убежать. Борис. Да. Что ты видел в порнухе, покажи. Не знаю, как это делается. Ты уже показываешь или тебя, что с тобой происходит? Показываю, все, да. Давай, раз, два, три, показывай. Я не знаю, как это делается. Да все, все. Все, все, все. Оксан, да не молчи, пожалуйста. Есть видео с порнухой своей, нет? Отвечай. Заебали они уже. Видео с порнухой есть? Я только первый раз сегодня, я не знал вообще, что оно существует. Есть твое видео? Быстро отвечай. Не знаю. Что за бред? Нету, все, скажи. Я, блядь, губернатору Витебска его отправлю, слышишь? Отвечай, ну, скажи, честно, фейк, есть или нет? Фейк, блин. Я никогда такого не занималась, блядь. Так сложно ответить, что это фейк. Мне просто, на самом деле, Паша, ошибка была. Ты сколько там капы носил, напомни мне? Мне что, делать нечего, блядь? Не помню. Да что ты реально? Это не я, блядь! А что тебе за это пообещали? Что? Ну, что ты это сняла? Что за это тебе дали вообще? Чё? Это блядь, не... Блядь! Блядь, что она такой хуйней не будет заниматься. Я такой хуйней не занимаюсь! А у тебя татуировки есть на теле? И что? И что? Где? Где у тебя татуировка? Нигде! Так они ставить могли. Совпадает? Нет, не совпадает. Нет! Оксан, где татуировка у а тебя? А ну все, харе! Где татуировка у тебя? Нигде! Да они просто ставили татуировку. Где татуировка у нее? Нигде! Вставили и татуировку и дольше. И что дальше? Сейчас, ребят, как вставили татуировку? Что за бред? Да это все нарезки делают. Они могут татуировку ставить, они могут что ставить? Глаз могут ставить. Чё как блядь? Сейчас, ребят? Не знаю, вообще. Видя в личке, у Оксаны на правой руке выше локтя татуха. Где татуху у тебя покажи? Нету. Ну покажи! Нету. Значит, твое видео? Нету. Да просто ей противно это все. За что тебе? А что тебе за это видео дали? Ты не можешь такого быть, что это. Два года строгача, что тебе дали за это видео? А ладно, а ну быстро отвечай, ладно, блядь, быстро отвечай. Ответ давай, быстро. Короче, блядь, а? Это просто не может такого быть. Давай честно отвечай, блядь. Такого не может быть. Хочешь, куришь, быстро отвечай. Что тебе за это видео обещали, а ну? Отвечай. Такого не может быть, на самом деле. Оксана. Что обещали за это видео? Что, кому ты это видео отсылала? Быстро говори. Никому! Откуда оно взялось? Честно. Честно, как на духу говори. Меня не, я тебе не таганский, блядь. Я стопудово твое видео. Быстро.
Быстро говори! Оксана! А ну быстро отвечай, откуда видео взялось? Кому отсылала? Чего вы подъебываете? Оксана! В чем подъебка, блядь? Прислали видео. Так а? Это не ее видео. Не может, у нее груди другие. Честно скажи, ей твое? Честно. Нет, у нее груди другие там. Оксан, честно я скажи. Я ее знаю вживую. Тебе донат пришлют за честность. Честно скажи. Оно? Нет, твое? Я ее груди вживую знаю. Не буровь. Оксан, твое? Оксан, честно скажи, твое? Я сразу даже не смотрел. Потому, Оксан, честно скажи, твое, Оксан? Оксан, честно, твое? Оксана? Не хочет отвечать. Бля, она не хочет. Но... Значит, ее это понятно. Есть такие видео, как у Оксаны, а? Оксана, ну давай отвечай, откуда видео, Оксан, чё ты, блядь, я тебе сказал, признавайся, тогда я от тебя отстал бы, ты набрехала, в итоге чё? Отвечай, откуда такого видео? Может быть, блядь, бред. А, кстати, еще косметики у меня нету, у меня вообще косметики нету. Это фантастика. Ошалеть, ошалеть. Оксана, Оксан, у нее нет косметики, слышь, Оксан? Оксан, Оксана. Оксан, ответьте все, чтобы они успокоились. Оксана, ты слышишь меня? Откуда видео? Честно говори, честно. Конечно, она выблядку. А ну быстро реагируешь. Отвечай. Что, на выблядку не реагируешь? Или как там, припижина, как называешь? Припижина? Да это ее видео, ты не понимаешь? Не может такого быть. Блять, космос, ты реально тупой. Ты там же видно, что это ее. Правильно. Дербент. Хороший из... О, сейчас аноним. Спасибо за информацию. Рыжая, огонь, рыжуля. Рыжая, это может и огонь, но ты прислал 100 рублей. Пришли, пожалуйста, 500 или 1000, если ты песню хочешь. Ну, единственные штрафы, что у меня были, это за то, что я на велосипеде на пешеходный переход... 500 рублей песня, 1000 танец. 100 рублей. Танцую как надо. 100 рублей это мало. И танец живота, и лезгинку мало. За 100 рублей я тебе только Оксанке на видео могу скинуть личку. Давай. Фейк. Оксан, честно скажи. Вот честно скажи, и все, я от тебя отстану. Скажи честно просто, как есть. Как? Говори. Честно, чтобы они отстали все. Ну скажи фейк, или что слово скажешь? Если ты скажешь, Оксан, честно, то... Честно? Видос, кстати, реальный. Ну, его слили. Честно. Оксан, не обижаешься? Нет, не обижусь. Не надо меня пугать. Говори. Не надо меня пугать. Все. Говори. Не пугай меня. Ну честно скажи, честно. Бывший меня сфоткал. В смысле, так там да. Видео? Так ты сама его видела? Знаешь? Да ладно. Кто да. Твой бывший? Жибер? Кто это был? Бывший, не знаешь? Кто? Нет, кто твой бывший? Денчик. Денчик? Полина Сергей. Да ладно. Кто? Да ладно. Полина Сергей? Что он сказал? По имени Сергей. А, по имени Сергей. Бывший. Я думаю, это Полина правда? Сергей, думаю, что... Да. Я сейчас уже... Бывший. Не может такого быть. Так ты сама себя снимала, куда он тебя сфоткал-то? Голова садовая. Это не я, то он меня. Ты ж держишь, этот. Подожди, это ты что на видео получается? Сергей то какой? То он меня снял. Ты что, как... Жибер? Понимаешь? Какой бывший? Жибер? А что, мне это... А он скинул. А что мне это противно? Какой бывший? Жибер? Муж! Сергей муж у нее? У меня бывший Сергей. Да это ты держишь мобилу, ты чё? Это за... не я! Так это не Денчик точно, да? А ну ляри, бляха, муха! Это был? Заебали, блядь! А ну, блядь, порноактриса, блядь! Нахуй, больше а, меня нахуй, рад, когда блядь. Он слил этот видео? Вот ещё не откуда хватало, откуда я блядь? Знаю? Специально, блядь! Порноактриса ещё не хватало орать на меня буду, подожди, блядь. Бывший снял, слил такое да. Видео? Знаешь, да! Да ты в руке снял, сама, снял блядь, где это видео, знаешь? Сука? Прикинь, Паш, такой разве может быть? Бывший себя так увидеть, слил. Не, не может, не может. Да он мне так сделал. Борис, ты девственник. Специально. Если да. Нет, опиши свой последний понимаешь? Секс. Сейчас, чинай здесь. Что тебе делать? Блядь, а где видео-то? Куда? Где? Ну, думаю. Будь со мной или нет? Подожди, сейчас. Сейчас сделаем, красава. Да, буду, конечно. Будет с тобой, конечно, ты чё, порноактриса у Вавана первый раз. Конечно, блядь. Куда ты, блядь? Ошалеть. Мне пофиг, то, что бывший с тобой. Подожди, а зачем вы это видео-то снимали? Оксан. Просто это некрасиво со стороны бывшего, это очень некрасиво, он реально так сделал. Это очень некрасиво. Это его да косяк. Бывший муж, блядь, чё ты пиздёшь, блядь? Это правда, что бывший? Не Денчик, точно? Нет! Охуеть. Можно, а можно 50 грамм? 50 грамм? Можно. Не, ты что такое за донат? Мне 100 грамм срочно нужно. Не, да, я понимаю, грамм. Но нет. Подожди, грамм. Так а... Так...
Срочно 100 грамм, срочно 100 грамм. Оксана, а зачем вы снимали это видео? Сос, помогите. Оксана, зачем вы это видео снимали? Я пьяная была. Знаешь, ты что? А он что говорит, давай снимем видео или что? Ай, ладно, все. Хочу вспоминать. Вот некрасиво со стороны мужчин так делать. Дети, где они нашли это видео? Согласен, я не красивый, а где нашли это видео? Подожди. Косяк будешь. Да, так, не, если реально так делать. Да это вообще жесть. Нельзя так делать. У бывшего на жестком диске. У меня тоже подруга, получается, была. И так. Она скинула интимные фотки своему парню. После расставания, из-за того, что они просто поругались. Взял, слил ее фотки. Отдает. Вот так вот по всему нашему району они расстались. Куда вы все разошлись? Да не просто ржать, угорать. И что, она не вздернула? Все нормально? Не вздернула. Все, Оксана, нормально. Не переживай. Давайте за донат 2000 рублей. Рыжая, знаешь, что должна будешь делать с Борисом? Чего? Получается, вставить одну руку в эту подтяжку. Получается, вот встать Борису спиной. Вот так вот, смотри. Туда руку вставить и вот туда. Вот так, типа? Не сзади, спереди. Как? Вот, ну, смотри, руку... А, вот так сюда, типа? Одну руку сюда вставить, вторую сюда, получается. И вы будете... Ты будешь, ну, вместе в одних подтяжках. Тема? Нет! Чего? А что ты такого? Да нормально! Паш, нет, я сказала! Это наоборот прикольно! Борис, садись! Рыжая пока не понимает, она слишком мала, она не понимает, что это будет... Это будет сроднить это... Не понял, а это кто пришел? Девушка, а я вас на порнохабе не видел? Паша, ну хватит! Девушка, а я вас на порнохабе не видел, женщина? Нет. Так, Оксан, ну выйди из-под космоса, ну хватит уже замахивать, реально. Ты если бы активно себя вела, я бы тебе не домахивал, просто ну ты, блин, издеваешься как будто. Она не привыкла. К чему она не привыкла? А, в прошлый раз она привыкла к стримам, а в этот раз не привыкла, да? Не, в прошлый раз же она не была, в прошлую пятницу. А, до этого она лучше была, то есть? Конечно, ё-моё, она сегодня ни хрена делать не хочет. Поздравим, вот это не надо... Рыжеволосой девушке за красоту. Спасибо. Не делай глупостей. Если есть желание 100 граммов. 100 грамм у нее дороже будет, у нее 50 грамм. А, кстати. Сколько у тебя, 2000, да? Отдельное спасибо. 100 грамм 4000, а 50 грамм 2000. Вот так, такие а у тебя дела. Побольше цени, да? Да. А почему? Потому что она дистрофик. Да. Отдельное спасибо пехотинке. И она чешет, что муж ее снимал. Точка. Это чувак какой-то под видом Жибера развел ее на видосы. Говорят, что это какой-то чувак создал фейк Жибер и развел тебя на видосы, да? Да ты замахала врать уже, слышь? Реально это так? Дэн. Я же сказал Дэн. Какой-то чувак сделал фейк Жибер и развел тебя на видосы, это так? Последний шанс тебе даем, брехунья. Это Дэн. Я сказал Дэн. Она сказала, это Дэн какой-то. Да. У вас там солевичка не крякнула в соседней комнате? Может, надо ее палкой потыкать проверить? Или Боря, может, членом по губам провести, проверить, жива или нет? Борян, хотел бы проверить, или лучше рыжий по губам шляпой постучать? Что выбираешь? Ну, мне ж более симпатична рыжая, я же уже отвечал. Иди Анжеличку потрогай, жива или нет? Да не обязательно члена по губам ее потрогай, просто потрогай. Руку ей засунь между ног, тепло там нет, если тепло, значит живая. Ты что, ведешься на эту хуйню? Я не веду. Чманя Таганский, кто это? Вот это. Чьи видео слили все? Я так и не понял, живая она или нет. А куда, как ты ее потрогал? Просто одеяло потрогал, чего под которым она лежит. Одеяло потрогал? Ну, она же под одеялом. Одеяло потрогал? Ну, просто одеяло потрогал. Педофил, спасибо. Плохой ник тут придумал. Борис? А, Борис? Не могу придумать пока. Ничего я уже не хочу делать на уроке на учениц. Плане. А почему ты об этом заговорил? Ну потому что меня все время об этом спрашивают. И об этом говорят. Я этого не делал на уроке на учениц.
Ну а бывала хоть одна вот какая-нибудь девчонка, наверняка такая шлендра была, которая к тебе подходила. Как тебя по отчеству, Борис? Андреевич. Борис Андреевич, а вот объясните мне, пожалуйста, и об тебя терлась. Было такое? Не было. Вообще? Вообще. А какой вот курьезный случай, расскажи, вот какой-то необычный случай. Вот ты проработал целых 3 месяца, если в общем взять. Что там необычного было? Да необычного, в общем, ничего не было. Что там могло быть необычного? Стоит. Анжелика приходит. Приход Анжелики. Ну пей давай. В смысле? Да, Анжелика. Приход Анжелики. Внимание. Что за бред? Ее ты нет? Успеешь? Вон же нас. Я успею. Да? Да. Прикалывай. Горбарчик! Иди сюда, работай, ё-моё. Я тебе зарплату не вышлю, животное. Сейчас отсидел и уже... А, жарко, да, стало? А, отправить тебе человек, чтобы подул на тебя? Не, Горбарчик, иди ты нафиг, слышь. Ну, час это рекорд, я вообще в шоке, блядь. Да, такого не было? Нет. Да? Ты причем я у нее спросил, ну это бред сейчас. Она говорит, да, да все нет, нормально, кстати, я поела. Мне, кстати, никогда не было такого, да? Конечно, она говорит, я поела, все нормально. Сколько даже... раз я с ней стримил? 20 раз мы с ней стримили. Бывало, что хотя бы 3 часа. Но когда она говорит сейчас, что все в порядке, выпивает и говорит, а нет, не в порядке, пойду спать. Ну это, ой, же вообще трэш. Можно пить, мой, я шучу. Борис, обратись к зрителям, скажи, ребят, чтоб я полетел, меня нужно заправить. Да, заправить нужно. А ты не спиваешься сейчас? Ничего, нет такого? Ну, а бывает такое, что вот домой идешь и взял себе там что-нибудь, может, водочки, там, пиво, вина, там, нечего? Было бы на что брать. Вот, а, ты хочешь, вот, но нечего, вот, да? Не на что. Не на что. Паш, благодаря этому. Ну, а на бабки, которые зарабатываешь в доставке, что покупаешь? Он жизненно важный продукт, скажем. Презерватив. Опять Ростикс? Да, ну я сейчас. У меня сейчас кредитов уже нету, все. Ну и опять все бабки в Ростиксе прожираешь? Не все. Паш, он живет на эту зарплату. Ему жить, еда, квартира. Не, ну еда. Квартира. Нет, оплата квартира, нет, квартира, сколько бабушка, сколько еда. Квартиру я не плачу. Еда тоже родители, да, покупают? Мама. Анжелика, иди сюда. Иди сюда. Анжелика, come to me. Come to me. Макс звонил, сказал, хуй ты отрубил. Анжелика, иди сядь, слышь. Скажи, что бывший звонил, не бывший, а муж звонил. Я уже бывший, блядь. Все, походу, на, можешь заканчивать. Все, дорогие друзья, бензин закончился у всех. Я не могу задавать больше вопросов в пустоту. Если Борис, какая пустота? Если Борис с Рыжей отвечает, то семейство из Москвы со мной даже не разговаривает. Я с тобой, космос, с тобой. Я уже не ты могу. Прикалываешься, я с тобой рядом, стоит, с тобой стоит рядом космос. Какие, блядь, пустота? Ты можешь задать мне любой вопрос. Анжелика, иди на стрим, ё-моё. Да. Анжелика, come to me. А, гимн Бориса, ошалеть. Чё, ты подняла или чё? Что там опять? Паша, песня. Александр Барыкин. Букет. Борис, занеси велик. И делай вид, что едешь на... Это фантастика. Она отсидела на стриме час, и еще и обоссалась, блядь. Я? Анжелик, как дела? Ребят, спасибо, что поддерживаете эту тухлятину. Ну, в смысле, Горбарчика. Вот ты, тряпка. Нет. Ну и что, ты вся мокрая теперь? Поляшечку себе? Вот и тряпка. На пол? На пол? На пол. Ну и вытирай, ну, дай ей, пусть вытирает. Пускай вытирает. Дай ей, пускай вытирает. Бомжелика. Оксана, дай ей, пускай сама делает. Что ты, блядь? Дай, конечно, ей, скажи, бомжеличка. Вы можете одно и то же полотенце использовать, а не все? Там сколько же осталось? Я... Все. 8 минут. Полотенце давай. Для писюшек. Гениально. Что ты, то, что мы любим. А, нет, это в камеру. Я был специально. Приходи, кто скинул? А, Борис педофил. Борис Годунов. Почему педофил, блядь? Почему Борис педофил? С какого хуя педофил? Чисто случайно. Борис, ты реально был педофилом? Нет. Что за бред? Че ты тащишь? Это что ты принесла, дура? Зачем ты мою чехлы взяла? Зачем ты? А что ты им делала? Ничего. Что ты им сделала? Ничего, я только несла. Да, я, блядь, посмотрю. Ты им что-то вытерла или что? А что ты принесла? Зачем ты это принесла? Просто в руке у меня был.
дебилоидная, блядь. Ты охуел, блядь? Да ты чмошница вообще. Ты пошел нахуй вообще, все, блядь, пизду. Дебилка, блядь. Все, блядь, ты че тут все мокрая, дура, блядь? Где? Смотри, следы за тобой, чмо, блин. Натуральная, блядь. Сейчас, блядь, я допишу. Слышь, блядь, тут все мокрое, ты че? Сейчас, друзья, Вован Космос и... Вован Космос, вы знаете, это я, Вован Космос, блогер. А это моя Оксимирон, девушка. Можете найти меня в Яндексе, Вован Космос, и подписаться. И, главное, поддержите Диану. Диану, чтобы она всегда была богатой. Что ли? Какой у тебя канал? У меня? ТГ-канал у меня просто. Как это называется? Дисон. Позорище, нахуй. Вот реально, блядь, вот честно, да? Вот реально, нахуй так набухаться? Анжелик, я понимаю, ну, блядь, ты на стриме, Анжелик, мы тебя все время, ну, нахуй, можешь привезти ее сюда? Сейчас, а эта суна что-то плохо грузится. Приди сюда. Да нет, просто вот эта Оксана, я просто не такую чушь, блядь. Тебе выйти за дверку нельзя. Вот нафига, здесь лишние девки. А мне фасолину теребить на камеру зачем можно. Зачем эти девки здесь? Девки не нужны здесь. Не нужны девки. Ты девки. Нужна, ты нужна, зачем? Ты нужна одна. Действительно, зачем? Девки Оксан, не нужны. Ну подумай, ты так зачем? Разгоняешь шикарно. Зачем тут какие-то девки, если ты так разгоняешь, бля. Одно слово в час, ебать. Как на трехколесном велике разгоняешь, бля. Зачем какие девки? Да зачем, блядь? Не надо никаких девок. Одна ты шикарна, блядь. За, блядь, есть на что посмотреть, есть что по интересной истории можешь рассказать, блядь. Ну скажи что-нибудь. Зачем какие девки, блядь? Я считаю, что вообще, в принципе, когда вы приезжаете, из девок только тебя надо звать. Больше никого не надо. Пиздец, блядь. Господи, пускай идет. Потому что девки здесь никакие не нужны. Здесь нужна только она. Долго идти? Да тут минута ходьбы, тут вот так за дом выйдешь. Девки зрителям нужна ли я? Ну я думаю, она это должна понимать. Ну что, ну да, зрителям нужны мне девки. Мне как раз в аптеку еще надо круглосуточную там зайти, она тут тоже рядом. Потому что я не могу, я с носом мучаюсь сейчас. Иди, сходи с ней. Чему смасила? Ну пойдем, сходим. Пойдем. Сошли? Так, получается, кто остается? Боря и... Просто главное раньше... Блядь, ты приезжала? Ты что-то старалась? Сейчас ты, блядь, какая-то хозяйка стала, блядь. И все тебя должны слушать. Ты что, шалела, блядь? Какую-то чушь, блядь. Просто для подписчиков сделал. Ну иди. Нельзя выходить за дверку. Нельзя выходить за дверку. Сиди за дверкой. Это не мое видео, где я фасолину теребила. Ладно, а, нет! А нет, мое! А вот еще и второе, это не мое! А нет, ладно, мое! Два видео, а ты за дверку не выходи, бля! А, пиздец, блядь! Заебал ее. Барян, блядь. Ты представляешь, ну что ты такие наглые? Я просто в шоке, блядь. Ты представляешь, Борис, блядь? Что такое? Ничего, времени много. А у тебя во сколько домой? Ну, пока еще здесь я. А что сестра написала? Ничего. Не разрешает? Она не знает. Не надо, куртку оденет, я говорю. Космос, куртку одень, ты дебилоид или что, там минус? Там минус, я пошли. Тебе говорю, там минус. Дорогие друзья, это какой-то трешак. Оксана Смотряши. Да, она наглая, ну наглая. Мне раньше что-то я думал, так она какая-то, ну она наглая прямо, блядь. Куда ты пошла? Покурить. Нет, ты не идешь курить, блядь. Сука, бля, ебучая нахуй. На, ёпта, иди нахуй, кури, блядь. Охуевшая лань, блядь. Все, пусть курит, теперь там в мороз стоит в футболке, блядь. Ага, все, ёпты. Да, да, постучи, блядь. По голове, нахуй, все, блядь. Фу, сука. Бля.
Это пизда вообще, блядь. Они уже просто даже не разговаривают. Ну просто разговаривайте хотя бы. Сука, я ей пойду сейчас по голове дам, блядь. Да что ж такое-то? Что ты ловишься? Ну, да, что? А тебе что не спится-то? Ходишь, блядь. Я просто покурила. Ты видишь, два человека ушли. Закрой дверь. Ты видишь, два человека ушли, ты идешь третья, блядь. Садись, сиди на диван. Два человека ушли, ты идешь, блядь, третья. Давай я встану, уйду. Почему я тут сижу, блядь? Вообще пиздец, 6 часов не встаю никуда. Пост у Мизулиной. На стриме в Калуге на... Паша Красава за 500 закрыл дверку. Да не, уже открыл. Жалко ж человека, блядь. Так. Распинаюсь перед ними, говорю, к ютуберу, типа, на стрим не хотите, ага, много заработать? Они говорят, мозговой? Ну, тогда нахуй пошла. Опа! Да ты чё, блядь? Я тебя уже знаю такая. Ошалеть! А шо? Молодёжь тебя знает уже. А кто это такая? А дальше там замес был уже дальше. Ошалеть! Замес был вообще. Да ты чё? Там ещё и замес был, там пацаны дрались. Ошалеть! Так это, может, какая-то подружка наша была, ё-моё. Если злостно прям... Губастая была какая-то. Прям злостная? Злостная губастая была. Злостная губастая, блядь? Да. Не знаю, блядь. Надо было сфоткать. Не знаю. Вот тут прям вот такие вот вареники. Как-то. Надо было сфоткать, блядь. Возлые суки пошли, блядь. Так, сейчас. Хуя нам истории, которые мы слышали в роликах. Ладно, хуй с ним. Давай тогда смоделируем ситуацию, что Оксана решила тебе дать. Встанет ли у тебя член? Как бы ты ее трахал? Расскажи в подробностях. Куда бы кончил? Если бы присоединился Космос, дал бы ты ему в рот или нет? Разгоняй, Борис. Заебал. Отвечай нормально, Борян, блядь. А чего отвечать-то? Я уже сказал, что Оксана для меня слишком взрослая. Вы ровесники, в смысле слишком взрослая? А, ну, допустим, мы ровесники, согласен. Ну? Но... Для меня более симпатична рыжая. Ну рыжая говорит, что с Гамазом. Ну, осталась Оксана. Дальше что делать? Я с Оксаной не буду все равно заниматься с Оксаной. Ну, у тебя встал бы, дружок? Не встал бы. У меня вон. А как думаешь, просто бы висел, либо прям в гармошку бы сжался, ну, со страха, блядь? Не знаю. Скажи мне, Он не имел в виду ничего плохого, он даже не понял, блядь. Он на кофту тебе руку положил. Просто скажи, что повыше. Повыше, Борис, не за жопу. Ну, положил на задницу, но все равно на кофту. Ну, не надо на задницу. Ты такой мужлан, ну, сука. Дед, пригласи нормально, все, не повторяй ошибок. Руки выше. Ванечка, провожаю. Коллеги пошли, как были. На все вопросы. Я же тебя заебу, пока ты разгонять не начнешь. Если бы рыжая тебе дала, как бы ты ее трахал и куда бы кончил? Если бы ее парень попросил присоединиться, дал бы ты ему в рот или нет? Какая самая младшая девочка была, на которую ты смотрел и хотел трахнуть? Борис, отвечай. Ну, во-первых, я не стал бы давать парню рыжий в рот. Это вообще ерунда какая-то. Так. Я же не гей. Так, а дальше на другие вопросы. Какие там еще вопросы? А, давай я тебе, ну что ты, давай еще раз включу. Я же тебя заебу, пока ты разгонять не начнешь. Если бы рыжая тебе дала, как бы ты ее трахал и куда бы кончил? Если бы ее парень попросил присоединиться, дал бы ты ему в рот или нет? Какая самая младшая девочка была, на которую ты смотрел и хотел трахнуть? Борис, а самая младшая девочка, которая тебе нравилась, сколько лет ей было? Не знаю. Ну, вообще, мне нравится от 10 лет. Сука, бля. Какая дичь, бля, боже мой. Сука, бля, не просто суплю. Это вообще тренд. Это фантастика.
Здравствуйте-ка, дорогие. Подожди, а где этот? Куда дели? Ну что, водку спиздили? Можно, пожалуйста. Мама, пожалуйста. Можно, пожалуйста. Ты, подожди, а где водка осталась? Водка осталась. Так, сейчас этот. Ты ей помойте диван. Хотя, походу, и мне его самому придется уже помыть, да? Или, вот, если что за это, штраф вы будете платить. Я вам сразу говорю. Можешь вычитать, да. Паш, не спалил, пожалуйста. Вот это, ототри, ты видишь, что происходит? Смотри. Что исполнять, что мне не исполнять? Ну, кровь. Зачем? Ты что, руку сломала? Это не мое. Ты палец сломала? Кровь. А почему у тебя палец кривой? Вот этот палец кривой большой, почему? Он у меня опух. Да, она, видимо, палец сломала, у нее... Вот это... Руку вот так сделай. Ты вот этим пальцем можешь шевелить? А, можешь? Ну иди просто помой руку. В чем проблема-то? Помой руку иди. Ну, кровь идет. Ну я понимаю, ну что? Блять, да это пиздец какой-то, ну что? Дим, туалет, помой руку. Ты что, душка? Салфетки, шиз, блядь. Пиздец. Мне тут надо мокрым чем-то тереть. Ай, да, я сделал. Но салфетка не... Красава, хуй веревками, блядь. Все. Что, все? Ну, дальше, дальше, вон еще, быстрее. Борису рубашку испачкали. Чего? Сзади рубашку испачкать. Все, красава. Слоняйся, братан. Сам себе карманы набиваешь, убивая людей, спаивая, заставляя. Посмотри, Боре плохо, Акси упал и космос готов, а ты сидишь довольный на этих деньгах. Не переживай, на твоей дочке все это аукнется в будущем. Бумеранг в пути. Энергия всех зрителей идет на то, чтобы это отразилось ну на твоей... Ну еще, ты мне показываешь, я не пойму, я будто бы не вижу, ну космос, ну реально побешиваешь уже. На твою семью все идет, ублюдок. Все, энергия, вся... Космос вот, рулит. 20 космос тысяч рулит. Людей желает твоей семье космос зла. Рулит, и у него член 21 сантиметр. Все, короче, сдохнешь, сука. А у меня 21. Ну, космос, ты можешь заткнуться, а? Я знаю, что это такое. Ты, ну, что, просто не перебивай ты меня, не готова, пожалуйста. Ты не готова. Не перебивай ты меня. Ты не готова к ответственности. Блядь, хочешь, я скажу в лицо? Хочешь, я скажу в лицо? Ты да не иди готов. Нахуй. Ты не готова к ответственности. Лицо он мне скажет. Я тебе скажу в лицо. Ты не готова к ответственности. Ты не готова. Ты девственница. Понимаешь? Блядь. Ты не готова к ответственности. И получишь пиздюлей от подписчика. Дальше продолжаем. Ты, кстати, каждый раз, когда нажираешься, угрожаешь ей, я тебе еще... Ну, ты уже не первый раз, Космос. Причем именно ей. Ты, бля, вообще дурак, что ли, или что? Ну, это да. Это было. Уже ты в тот раз ей что-то сказал, сейчас она тебе... Она не готова к ответственности, Паш. Да, еще девственница, блядь, скажи. Она девственница. Честно, все. Борис, я, понимаешь, я сам бывало просто шел спать, так же напивал, шел спать, утром вставал и уезжал. Я не понимаю, почему ты не можешь, что у тебя, господи? В чем, Паш, типа? Мама, это... бабушка заругает, вот что честно, за трэш, вот честно скажу, да, вот честно скажу, Борь, скажу честно, да? Скажи, с Паша, бабой да. был, блядь, с Паша, бабой был, да, да. И все. Вот, Паша, честно скажу, да ты, что ты подъебщик, да, честно, подъебщик. Ну ты никогда не будешь обижать людей, и будешь как полиция, пожалуйста. Он тебя никогда не обидит, ёпты, он тебя всегда поддержит по зарплате. Да, он подъебщик, это его контент. Просто тоже вот некоторые, вот... Борис спал. Пора уже домой. Да ну и что, ну выпил, пошел, да лег спать. Я пил больше Бориса, просто доводил стрим до конца, выключал и просто шел спать. Что тут страшного, блядь? Ну тут ой, даже нечем вытираться, тут нет туалетной бумаги. В смысле, салфетки есть, я ты что? Там же салфетки, я понимаю. Там лежат куча салфеток. Объясняю, друзья. Баша, вот реально, вот он не организатор. Борис, там понял. Куча салфеток, какой туалет? Нихуя! Ты че? Ого. А че так мало выживших? Бля, сегодня не дают мозг ТВ посмотреть. На песенки, водку видишь, или танцы. Шутка. Делай, пехотин, что хочешь, профессор. Лучше себе оставь, аха. Пехотинец, спасибо тебе большое, спасибо, что братан. Тебя поддерживаешь. Спасибо, Бога. Брат. Спасибо. Спасибо, брат. Я их отдам Вовану Космосу. Да, кстати, мне мозг заплатит за предыдущую зарплату и за эту зарплату.
и я буду самым счастливым миллионером. Не факт. А почему? За нет. предыдущую все не буду платить. Да? А что? А можно я тебе пизжу? Я тебя сейчас сам отпизжу. Да. Ну иди если честно, покуй, честно, блядь. Если честно, Пашу уважаю. Все, уберись. Я Пашу уважаю. Сука, я никогда на него руку не подниму. А ты меня руку поднимешь? Да убери а, ты. А ты меня руку поднимешь? Не трогай меня. А ты меня руку поднимешь? Да, могу отпиздить тебя. Да? Да, почему? Не трогай. А? А если я Вадимовича повешу? Я двоих. А если я повешу Луну? Ну и что, он будет бить меня или что? Он скажет, отъебись здесь. Мы самые старые блогеры. Да. Вот что ты сейчас сделал? Сейчас ты нахуй не зарплату получишь, а залупу на воротник, блядь. Шизик. Вот так делается. И что, у тебя все течет? Да я охерел тогда, честно тебе скажу. Причем, ну, не совсем. Не совсем понимаешь, что, так скажем, этот. Дичь, короче. То есть еще ты знаешь, можно как... Что ты делаешь? Блядь, я сейчас выгоню нахуй отсюда, блядь. Урод. Вован 777, ты краса 877. Я у знакомых, блядь, просто заказали через... За 40 тысяч заказали, блядь, чтоб в деревню дом сожгли. Просто подошли, коктейль Молотова нахуй кинули, и вместе с бабкой нахуй все сгорело. После прощения можешь удалить, блядь. Как тебя батя в детстве там отъебал, как твою маму при тебе там 19-летние твои друзья выебли. Все, абсолютно все. Ну все. Ну ладно. Я Борис там. Борис, я надеюсь, ты успел добежать. Не, Борис, я ебанул. Не успел. Не успел? Он ебанул. Ты слышал, да? Туалет, он в туалет. Ну он успел? А что не так? Он в унитаз это сделал? Он успел. Борис, что такого понятного происходит? Я не знаю, что происходит. Что-то неладное. Пиздец. Что-то неладное. Продолжаем трансляцию дальше. Ебать. Давайте дальше, донат. Его вырвало. Борис вырвал, короче, случилось у него. Хуёво, да? Вот хуёво, да? Борис, а там все чисто, нормально? Нет. Ну иди убирайся, хрен моржовый. Иди, блядь. Я плохо себя чувствую. И кто убираться за тебя будет? А кто за тебя убираться будет? Полотенце не дал? Не дал, блядь? Где полотенце? Да зачем Борис? Опять это полотенце-то вы все? Убирать! Тише, с пола убирать? Зачем полотенце? Швабры все делаете, пошли. Придурки. Вот смотри. Блядь. Ты че, не можешь вот это, блядь, убрать всю эту хуйню? Убери, пожалуйста, всю эту хуйню. Ну, боюсь, блядь. Вы сами напоили. Ну, сами дальше напоили. Что, ну, уберись за собой, сами напоили, блядь. Сам, плевал-то ты, а не мы, ё-моё. Ну, сам напоили. А не надо было на меня напаивать. В смысле? Так не надо было пить, блядь. Тебе говорят, убери за собой, кто за тобой убирать-то должен? Что, не надо было меня напаивать. Он наплевал? Тут все рыгали, кроме меня. А? Слава богу. Мы что, виноват в этом? Что он наплевал там? Вот реально, Паш, вы что, виноват в этом? В чем? Я просто не могу, ну блеванул. Возьми сам, убери за собой. Сам, что-то страшного-то, блядь. Что такого страшного? Ой, бля, мужик блеванул, пиздец. Ну что ж теперь делать, блядь? Вот реально, блядь. Ему что, ногу оторвало или что, блядь? Стошнило, блядь. Как его зовут? Марис. Ты че, блядь, замолкал брать за собой, ёпты? Ты охуяешь, блядь? Продолжаем стрим. Да все, уже все разошлись. Хотя 1100 с чем-то, блядь. Какой разошлись, блядь? Говорю, просмотры стали, там онлайн 60 человек, да? Прикинь, он много лет стримил, у него онлайн был 3 человека. Вот я захожу, его смотрят 3 человека. То есть я и еще кто-то 2. А теперь 60 на. Ну это еще не... А он знает, он знает, блядь. Он все знает, красавчик. Вот мой брат, это мой брат. Это я его очень люблю. Ты чё, блядь, космогей, нахуй. Братан, ебался, мне же обнять, блядь, братан. Не надо. А чё, блядь? Не надо. Нельзя. А чё, боишься? Боишься? Да. Да. Почему? Да, конечно, что, дурак, блядь, нет, конечно. Получишь пиздюлей. Он боится, блядь. У Рыжего, кстати, был потенциал. Он... Блядь, блядь, набухали. Алистара, Алистара, Алистара. Там обрыгано, там обрыгано. Алистара. Этот Анжелика, человек, уберись, пожалуйста, там. Этот человек, давай, который давай, меня давай, знает лично. Подожди, его дай знает я. Лично. Его знает лично. Дай я. Можно убери руки, блядь. Можно дай ты, да заебал ты конючий, блядь. Дай полистар, ну не свой, ну дай я, блядь, отвечу. Саныча я уже давно не видел. Ну, мы с ним с одного района, но давненько я его не видел. Ну, старый, он и есть старенький. По поводу того, что красиво он, ну, в Ютубе он достаточно классно все делает. Ну, то есть... Не глупый,
нормально все делает, то есть надо отдать ему должное. Здесь как бы, где молодец, там молодец. То есть здесь ничего не могу сказать. Все четко. А теперь объясняю про Алистарова. Я его друг, близкий друг. Алистаров может подтвердить. Да, Мозгового я уважаю за то, что он делает движ. Знаешь, что я уважаю Мозгового? Потому что он делает для вас из жилуху. А кто из вас сделает такую жилуху? Борис, для тебя песню прислали, Борис. Для Бориски. Да я понял, что ты плохо себя чувствуешь. Песню-то послушай. Воды попей. Дать тебе бутылку воды? Долбоёб, тебе надо воды? Зачем вообще долбоёб? Ты что-то залупаешься на всех. Не нужна бутылка воды, долбоёб. Все у тебя долбоёбы, блядь. Дебилоид. Ты понимаешь, я хочу свою песню. А в чем основные претензии к Алистарову? Речь о том, что слабо продвинул тебя или о другом. Золотой актив. Претензия к нему всегда была то, что не было рекламы. Понимаешь, не было абсолютно рекламы. Когда мы с ним, когда я ему платил бабки, когда мы с ним договаривались, почти сразу у тебя будет реклама. У меня, говорит, столько рекламы, ее некуда девать, ее надо отрабатывать. Блять, я сейчас нахуй сломаю твой телефон, что ты делаешь? Долбоёб, выключи, блядь. Чё, выключи телефон, ты дебил или чё? Я миллионер, ты что, прикалываешься? Ну иди нахрен тогда, что ты хочешь-то от меня, блядь, если ты миллионер. А что тебе не нравится, что я с тобой миллионер? Тебе не нравится, что ты миллионер? Не нравится, что ты музыку включаешь, блядь. Джордж Майкл это. При чем тут Джордж Майкл вообще, блядь? Которого уважают все. Претензия в том и была, и на протяжении всего этого. Он говорил, у меня много рекламы, мне ее некуда девать. Если я буду тебя рекламить, я тебе буду давать рекламу, и ты, соответственно, на этом будешь зарабатывать. Борис, почему-то... Но на тот момент огромное количество времени, там, больше полугода, вообще ничего не получалось, и он рекламу не давал. На что я спрашивал, где реклама-то, блядь? Вот это и был камень преткновения. Вот в этом только и было все. Себя ведешь? На блювалы не убираешь за собой, а кто за тобой должен убирать, Паша, что ли? Почему ты позволяешь Космос эти унижения? Отвечайте на донат, блядь. Борис и Космос. Блядь, у меня так, ребят, жопа болит. Я не могу. А? У меня жопа болит, пизда. Вот именно вот эта вот часть, короче. Борис, что ты говорил-то? Хвост, короче. Ты что, космодром заткнулся? Прям я не могу, жопа болит. Отвечай на вопрос. Бля, где моя шуба, ебаный в рот? Ебать ту люсу в небо, что, блядь. Шуба! На Уругвай 2.22, Колумбия 3.60, окей, беру Колумбию 2, Хана 5К, рыжий вопрос к тебе, кто самый неприятный участник стрима, которого ты встречала? Ну прям чувствуешь негатив к нему, прям хочется со стрима сбежать из-за него или нее? Ольга Владимировна и Таня? Таня меня не вызывала никакого отвращения вот после последнего стрима, то что мне отправили, как она меня курит, и то, как она во вторник у нас отзывалась обо мне, хотя моя мама разговаривала с Лешей, а не с ней. И разговор был вообще абсолютно по-другому. Она перевернула всю ситуацию просто вот так вот, насквозь. Сколько стоит, чтобы Анжелика с Борисом в ванне голенькие полежали и водичкой холодной обливались? Хотя бы минут 15. Да я не знаю, Борису уже не надо сейчас. Потомка, если придет, нормально будет себя чувствовать. Ну куда? Обливались, блеванули друг на друга или как? Кто? Я? Не блевала. Улица. Мой сын гей. Кара улица. Мой сын гей. Да ёбаный ты в рот, блядь! Да я вижу! Ну ты что, вообще шуль гонишь, ебучий ты слушай, блядь! Пакет на голову не учили, а не важно, блядь! Гарбарчик, убери сзади! Фу ты, ну нахуй, я сейчас сама там еще добавлю, Паш, блядь! Ебану, сейчас подожди, остынет немного! Да не надо трогать ничего. Подожди, сейчас остынем, блядь. Иначе я добавлю туда это самое. Блядь, дай тебе батю, пожалуйста. Я не могу, блядь. Мне что будет нахуй? Ой, блядь! Фу! Ебать ты скотина животное, ебаная, блядь! Фу!
уже. Сколько? Ну сними на камеру. Да ты не верил. Ебаный ты шашлык, блядь. Ебучий шашлык, блядь. Ебать тебя нахуячило, блядь. Просто как пидора ебаного. Да, сом. Хуй тебе в рот, и все пройдет, блядь. Где, сука, мои сигареты, зажигалка, все спиздили, блядь, и пошли нахуй, охуевшие, блядь, пидорасы, блядь, ебаные нахуй, я курить хочу, блядь, ебаный в рот, блядь. Ты не мог в туалет пойти, ты шизик или че? Да, я сидит не... и блюет, ты, блядь, где спишь, срешь, там блюешь, наверное, блядь, да? Чё ты в туалет-то не пошел? Фу, ты ебаный, гораздь, ну что не успел-то, а ты пытался вообще? Ты даже не выпался, блядь, ёбаный ты в рот. Ебучий, блядь, случай, нахуй. Дрила ебаная, блядь. Фу, я курить хочу, блядь. Ёбаный, блядь, вот. Варить будешь водочку? Не буду. Почему? Мне пора уже домой давно. Да иди, ёпта, обливался, убери за собой шизик. А, давай рубахи свои, раздевайся, нахуй, ебашь. Ну а ты дойдешь до дома? Дойду. Ну, убирай. Ты далеко живешь, блядь? На спичке. Ты убирать будешь? О, я поняю. КТТПС двоеточие слэш слэш www.youtube.com/watch. Мозг. Ставь Борису капельницу. Я донатил на 50. Давай вместо педофила. Пусть черт космос хлопнет 50. Космос, хлопни 50 грамм. Да, сейчас. Слышь, космос, давай зажигалку. А то вы с дамой мою зажигалку спиздили. Давай сейчас сюда. Я сделаю, да не ори ты. Да, бля, они заебали меня. Да, зажигал за вас. Слышь, ты охуел, бля. Анжелика, успокойся. А где он сейчас-то? В туалете. А, ну хоть видишь, да, Борис Амбурцевич. Ну, поел, сука. Бля, сюда хоть не наблевали. Я же просил, чтобы он блевал на Анжелику. Спросил же, сколько стоит это. А теперь сидите, нюхайте это говно. Да не, кстати, не сильно пахнет. Надо отдать должное Борису, он, видимо, не ел уже неделю. А, водочка. Походу, танка посетила пол в комнате, и теперь они синхронизировались и суд там по пьяни. Бориска, 35 лет, отпрашивается у мамы. Это пиздец. Мой ровесник. Потом про таких Саша Судим снимает фильмы. Если бы я увидел это чудо в школе, я хозяин, что бы сделал, но явно не ждал, пока он кого-нибудь изнасиловал. Ну, таких как Борис мало. Борис это интересно. Борис очень интересный. А вот теперь вот с ней буду разбираться. Любовники. По 100, я про пару бичей, позорящих столицу. Ой, не, они не смогут уже. Ты, не надо, ребят, да куда уже, блядь? Что? Не, Борис, сейчас это вообще не... Борис ушел, да? Подожди. А где Борис? Борис, а что там встал-то? Спит на... А, это он на комоде? Да. На моей куртке. Сейчас он еще погодит на этот дело. Наплюй на куртку. В карман. Борис педофил, ну им уже не надо, камон. Не, ребят. Ну уже надо понимать, что ну куда, они не стоят уже. Нет, если что, я могу, потому что я уже проснулась. Если что, я могу. Остальные не знают. Давай горбарчик сделай. Давай горбун. Мне как раз надо похмелиться немного. Горбунчик давай. Мне как раз башка болит, мне вот прям чуть-чуть. Шмосмос. Бля, пиздец. Короче, я пойду сигареты. Оба! Блять, походу надо заканчивать и просто их класть, блять. Блять, давайте всех в одну вот кладовку этих... тут надо, да, и да, все, да, это, да, трэш, да, блядь. Да, да. Все, она упала там хоть нормально. Пиздец, нормально. Оксан, давай. Вставай, Господи, Господи, ёпта, и ты налево, давай. Блядь, ну встаньте все. Да, а Самбур, да, где? Самбур спит на комоде. Это реально он? Да. Блять, смотри, как будто просто комод стоит. Ну. Самбур, пошевелись. Ребят, давай смотрим. Здесь. Ну и че ты? С комодом слился, реально. Жук, навозник. Так, ребятки, вот я освободила вам кроватку. Давайте, вы туда ляжете красиво. Оксан. Я освободил кровать. Все прекрасно. Можете там спать, трахаться там. Я не знаю, что вы будете делать. Ну, лучше не надо, потому что грязи будет от вас, блядь. Лучше, ну, короче, просто ребят, не дергать. Да.
Да, да на, полу, на полу их положи, без прикола. Да? Конечно, еще набузуют, ну их нахрен, блядь. Да, у них же у всех, блядь, правда, ничего не держится уже все, блядь, как старые деды. Ну а что тут смысл стоит? Как бы да, нас ну как бы. Ну блядь, просто ляжь, да и все. А что ты как это, как маленький ебаный в рот? Разуйся, иди спать. Да, уже еще ляжешься, типа. Да, потому что тут наблевал, блядь. Набивал в туалете, я бы. Убрали. Победили. Сегодня команда зрителей победила команду знатоков. Наблевал в туалете, блядь. Не, я очнулась сегодня. Ты знаешь, я убралась в сортире, не ссы. В сортире я убралась, там нормально все. Да, не, честно. Тут он вроде поприбрался, но только в обуви, блядь. Потому что это вообще хана. Блядь, ты заебал! Не могу взять. Не могу взять. Знаешь что? Знаешь что? Знаешь что? Потому что он нормальный мужик. Кто? Как был. Он? Пидорас он, блядь. Да, подними. Кого поднять? Подними. Иди спи. Давай. Да, блядь. Я что, буду через Оксану шагать? А как ты еще хочешь, так? Вот, иди. Кроватку брыг, я сейчас свет тебе выключу. Давай. Ныряй. Может, я. Все, усмирили демона. Блядь, вот. Чтобы ночью спать ложиться, ты им пожелай, бай-бай. Опа! Ну, блядь, ну это пиздец, это просто какое-то мясное царство. Царство мясное, блядь. Вот. Ну что, ребят, рассказывайте. Как стрим. Я нихуя не помню. Я который стрим не помню нихуя, блядь. Я тогда уклюжу, я говорю, я не помню нихуя, короче, вот так. А меня постоянно муж орёт, блядь, опять бухал, не пей. А сегодня к нему друг, короче, с Белгорода приехал, ну, там, 2 или 3, что ли. Я, короче, ну, а я до 4 сегодня работала. Я такая думаю, не, сейчас я постоянно так. И уебу, короче. Ну, ой, это я не вижу, сейчас Пашка прочитает. Короче, я такая думаю, надо быстрее съебываться, блядь. И я такая, короче, оп, и я сегодня сам первый на стрим. Ну, я быстренько помылась, переоделась, и такая, опачки, 2 хуёчка в попочке, как всегда. Вот, и пошла, блядь. Паш, там этот донатик не прочитал, ты прочитай его. Бля, заебали, черкаши за собой не смывают. Ну что за черти? Вы банда чертей, бля. Ёршиками не пользуетесь, ничем не пользуйтесь. Просто банда чертей, бля. Голосовой не прошел, короче. Да это трэш вообще, хорош. Ёбаный черти. Мне так нравится, когда Боря раком стоит. Пусть еще постоит https://auto.b/mike. Наконец-то пошел. Долго мучился, в итоге спать пошел. Мучился, тужился. Что такое бамбакарамба? Анжеличка, ну а вот просто за хороший донат пойти с Бориски штаны стянуть и сделать дело. Штаны снимать сниму, а другого нет. Ну правда, ребят, блядь, что, блядь, простите. Ну, Анжеличка. Не, ну правда, ну Паш, ну клянусь, блядь, нет. Ну за хороший донат. Всякую херню сделать я могу, как бы там, типа это. А такие вещи, не. Не, ну, блин, ну, просто, ну не знаю, блядь, ну я не могу. Вы знаете, вот тоже такие... Ой, что-то не проститутку. Я вот не могу вот приступить через себя. Вот реально, ну, честно говоря. Вот реально, да. Ну, ни за какие деньги. Ну не знаю, но мне кажется, это как-то так работает. Потому что, ну, почему я никогда там, допустим, не была проституткой, и, то есть секс за деньги. Ну, не Балан, могу. Иди в ту комнату, спи, здесь что лежать. Ну, Балан. Да, здесь это. Вова. Вов, давай. Вова. Забирай его, ты более меня сейчас пока вроде начинаешь приходить. https://auto.b/cd4. Давай еще поддержим. Спасибо, Борис Педофил. Спасибо. Давай.